Новости на канале СТВ. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Президент согласился с датой 11 сентября для проведения парламентских выборов. Официальный старт избирательной кампании планируется дать 7 июня. Беларусь готова помочь Судану в строительстве инфраструктуры и развитии атомной отрасли. В Минске подписано соглашение о сотрудничестве. В США скандал в сфере здравоохранения. От употребления поддельного анальгетика скончались 14 человек. Из-за забастовки в 6 аэропортах Германии отменены 900 рейсов, в том числе и в белорусскую столицу. Президент Александр Лукашенко согласился с датой 11 сентября для проведения выборов в Палату представителей Национального собрания. Об этом заявила председатель Центра избиркома Лидия Ермошина по итогам состоявшегося у главы государства совещания, где шла речь о предстоящих парламентских выборах. Как отметил президент, избирательная кампания должна пройти в строгом соответствии с белорусским законодательством и в спокойной атмосфере. Напомню, 4-летний срок полномочий Палат Национального собрания 5-го созыва истекает осенью этого года. Согласно Конституции, в составе Нижней палаты 110 депутатов, соответственно, выборы пройдут по 110 избирательным округам. Народное волеизъявление по сложившейся практике должно пройти абсолютно в демократичной и спокойной атмосфере, и самое главное, на высочайшем организационном уровне, как это у нас всегда бывало. Особое внимание нам надо обратить на формирование избирательных комиссий, в состав которых должны войти достойные представители трудовых коллективов, политических партий, общественных объединений. По традиции в страну приедут и международные наблюдатели. Ограничивать их количество нам не следует. Приглашение нашим зарубежным партнерам нужно направить после того, как мы назначим выборы. Межведомственная экспертная группа, которая была создана по моему поручению, выработала ряд предложений по совершенствованию избирательного процесса, в том числе и на основе рекомендаций ОБСЕ. Отдельные, наверное, могут быть реализованы сейчас, другие в дальнейшем при корректировке норм избирательного кодекса. Об этом мы также сегодня должны переговорить. Надо четко выделять те из рекомендаций международных наблюдателей, которые можно принять во внимание в первоочередном порядке, и не учитывать предложений, которые будут идти вразрез с интересами белорусского народа. Нельзя забывать, что в избирательной кампании мы обязаны руководствоваться прежде всего собственным законодательством. Ни под кого подстраиваться не надо. Наше законодательство соответствует международным принципам, учитывает сложившиеся в нашей стране правила и традиции проведения выборов. Ну, по крайней мере, наше законодательство не хуже, чем у других государств, где проходили соответствующие выборы и которые были признаны международными структурами соответствующими. На совещании обсуждались предложения по совершенствованию избирательного процесса. И некоторые новшества, которые не требуют изменений законодательства, будут применяться уже в ходе ближайшей кампании. Предложения касаются в основном формирования избирательных комиссий, повышения прозрачности рассмотрения споров и подсчета голосов. Мы планируем, что избирательная кампания будет начата на 3 дня раньше предельного срока, а именно 7 июня этого года. То есть с этого момента, а 8 июня Центральная комиссия в связи с этим планирует утвердить план мероприятий организационных, бюджет выборов, границы избирательных округов, и начнется избирательная кампания. Беларусь поможет Судану в развитии атомной отрасли и строительстве инфраструктуры. В белорусском МИДе сегодня страны подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий, сельского хозяйства, промышленности. В частности, Беларусь готова делиться опытом развития ядерной энергетической программы и оказать помощь в подготовке кадров в сфере энергетики. Суданских партнеров интересует также помощь белорусских специалистов в разведке нефтяных месторождений.
Договорились о том, что будем делать все необходимое для оказания помощи нашим суданским друзьям в подготовке национальных кадров. Мы готовы участвовать в решении вопросов развития инфраструктуры Судана, используя для этого возможности нашего строительно-монтажного комплекса. Что касается атомной энергетики, мы готовы поделиться своим опытом в этой части. Судан называют ключом к Африке, так что для Беларуси это государство открывает новые горизонты для расширения экспорта на африканском континенте. В ходе нынешнего визита суданские партнеры договорились о поставке 13 единиц техники МАЗа. Есть интерес к закупке сельскохозяйственной техники и медицинского оборудования. Нынешний визит должен открыть новое направление для сотрудничества. Мы уверены, что важную роль в реализации подписанных с Беларусью соглашений сыграет частный бизнес. Перспективным видится взаимодействие в области здравоохранения, нефти и газа, а также банковской сфере. Более 200 научных разработок и новых технологий представят участники Белорусского промышленного форума. Смотр достижений и инноваций откроется 3 мая в Минске. Главной, как говорят сегодня, фишкой железной выставки станут энергоэффективные новинки, позволяющие и производить, и одновременно экономить. Уже известно, что, к примеру, БНТУ продемонстрирует гостям и потенциальным инвесторам свою эксклюзивную разработку «Агромобиль», которым уже заинтересовались в нескольких странах. Впрочем, экспозиция технических новинок будет любопытно не только ученым и промышленникам. Всегда интересно посмотреть, как создается, например, склеиваются поверхности и какими клеями. То есть мы привыкаем, это традиционно видим, а сегодня уже вообще поверхности склеивают роботы. И в частности, опять же, такие разработки будут представлены на форуме. 3D-принтеры – это тоже уникальная вещь. Это само по себе интересно, как, в общем-то, из ничего фактически создается новая продукция. В Германии бастуют сотрудники аэропортов. Работники наземных служб добиваются повышения зарплаты. Стачки начались сегодня рано утром в воздушных гаванях Бремена, Франкфурта на Майне, Мюнхена, Дюссельдорфа, Кёльна и Ганновера. Уже отменено около 900 рейсов, в том числе и Франкфурт-Минск, который должен был приземлиться в белорусской столице в 13:40. Самолеты из Берлина и Ганновера планируют прибыть по расписанию. В Соединенных Штатах разгорается скандал в сфере здравоохранения. От потребления поддельного анальгетика скончались 14 человек. В штате Калифорния с марта зафиксировано уже 52 подобных случая. Еще 7 человек госпитализированы в районе города Сан-Франциско. Пациенты жаловались на тошноту, рвоту и затрудненное дыхание. В последние несколько недель они принимали лекарства, считая, что пьют более утоляющие. Правоохранители сейчас ищут источник распространения данных таблеток и пытаются установить связь между случаями его появления. В островном африканском государстве Кабо-Верде имело место массовое убийство совершенно случайных людей. Погибли 11 человек, среди которых 9 местных жителей и 2 испанцев. Убийца еще не пойман, но полиция полагает, что виновником трагедии стал солдат кабо-вердийской армии, который дезертировал вместе со штатным оружием незадолго до кровавого инцидента. Долго скрываться от властей у преступника вряд ли получится. Трагедия случилась на острове Сантьяго, все немногочисленные пути сообщения которого с другими островами взяты под контроль. Бельгийцы выдали французам Салаха Абдеслама, подозреваемого в причастности к ноябрьским терактам в Париже, жертвами которых стали 130 человек. Передача этого субъекта стала сюрпризом даже для его адвоката. Очевидно, переговоры и согласования велись по линии спецслужб в абсолютной секретности. Абдеслам считается участником некой террористической группировки, которая планировала бомбовые атаки в нескольких странах Европы. Задержание его в Брюсселе, возможно, заставило соратников Салаха ускорить проведение терактов в Бельгии. Нападения там случились через 4 дня после ареста Абдеслама. Все-таки его участие в парижских атаках было, очевидно, признано более существенным от того, и случилась передача подозреваемого французам. Засуха в индийском штате Махараштра поставила на грань выживания 20 миллионов человек. Такой исключительной остроты проблем здесь не случалось более 100 лет. Власти вынуждены организовать доставку питьевой воды из других регионов. Тем временем из-за отсутствия дождей прекращают одна за другой работу электростанции. Прошлый урожай погублен, будущий тоже собрать, очевидно, не удастся. По масштабам катастрофа напоминает бенгальский голод 1943-го, когда погибли 4 миллиона человек. На сей раз, по счастью, доставки провианта из других регионов никакие англичане не препятствуют. Поэтому массовой гибели людей удастся избежать. Однако смертность все равно растет. Температуры в 40 градусов и выше держатся уже более 2 месяцев. Олег Романов, телекомпания СТВ.
И напоследок необычную картину увидели утром жители калифорнийского Слаймера. В кроне одного из деревьев обосновался бурый медведь. Выяснилось, что зверь сбежал из заповедника, расположенного в 20 милях от города. Спускаться хищник не собирался, а меры убеждения на него никак не действовали. В итоге ветеринару пришлось усыпить медведя прямо на дереве. После проведенной спасательной операции зверь был доставлен обратно в заповедник целым и невредимым. Далее спортивный обзор. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 19:30. Его проведет мой коллега Сергей Прохоров. Я же на этом прощаюсь. До встречи.